Праздник Евровидения 2008. Привет из Сербии. Это дневник Евровидения. Я Юра Пашков. И сейчас в кадре еще один день подготовки на арене будущих музыкальных боев. Смотрите в этой программе. Почему расплакалась Диана Гурцкая? Не могу. Литва и Чехия вступают в битву за победу. И наш эксклюзив. Дима Билан совершенно неожиданно меняет свой номер. Прям вообще пиздец, это важно. Диана Гурцкая, которая на конкурсе Евровидения 2008 года представляет Грузию, неожиданно расплакалась. И первый вопрос – почему? Об этом вы узнаете прямо сейчас. Я уже с утра просто в работе. Не работа, а это адреналин. Над номером работала огромная команда. Здесь все, то есть балетная группа. Здесь мой брат, мой продюсер Роберт, который уже не спит ночами. Песню написал замечательный композитор Ким Брэдбург, мой замечательный близкий друг. И знаете, каждый зритель, который будет за меня переживать, это будет для меня главное. Я знаю, что за меня голосует Россия, я знаю, что за меня переживает Россия. Что очень важно для меня. После рождения моего сына я стала счастливая. Вся моя победа только для него. Спасибо. Не могу. Это дневник Евровидения. Давайте заглянем еще раз за сцену Белградской арены. И кого мы там видим? А, это же Литва и Чехия. Давайте понаблюдаем за ними. Дамы и господа, позвольте вас поздравить. На Евровидении 2008 года сенсация. И отличился опять никто иной, как старый добрый Димка Билан. В самый разгар репетиции Дима берет и меняет свой номер. Только MTV Россия в дневнике Евровидения расскажет вам, что здесь такого особенного произошло. А где все? А? А where is rehearsals? Оу, Саш! Люди! А где все происходит? Здесь. А никого нет. Сейчас сидит. Где вообще? Ну, ничего себе. Где Факас? Странные какие-то вообще. Ирина, а куда вы пропали? То мы опоздали прямо, вас нет. Hello. Nice to see you. Hi. And you. Έχω συνεργαστεί δύο φορές με τον Τίμο το από το 2006. Он уже два раза работает с Димой с 2006 года. Και με κάλεσε η Γιάννα. И, значит, Яна его пригласила лично, и Дима, сами они лично пригласили Факаса, чтобы он работал в этом проекте. Исключено. Было, у нас такая была идея, что нашу конструкцию, которую мы придумали, да, не вывезут за 30 секунд, там, за 18 секунд, не вывезут. Хорошо. Не вывезут, не надо. Мы сделаем другой номер. Смотри, я тебе сейчас покажу, как надо будет снимать. То есть,
Начало нужно будет вот отсюда. Тебе туда встать, то есть отсюда будешь снимать. А, потом опять туда. То есть здесь снял, отснял, потом опять туда. Я вот здесь сделал, да, ты здесь меня снял, я сюда повернулся, ты, а вот отсюда снимаешь. Я вот сюда как бы пою, да? Believe me, seem to keep climbing. Nothing else can stop me if I just believe. And I believe. Если этот номер не пройдет, то у нас еще есть третий номер. И будет четвертый, пятый, шестой, седьмой, если нужно будет. Вот, Дима, самодостаточный артист. А здесь, you know, light. Он творческий, он артист на самом деле. В том плане, что он гениальный. И ему не нужны никакие декорации. Он сам все сделает. Like та-та-та-та. Такие линии. И I can do it all in my... Когда я рубашку рву, свет весь такой, фу. Прям вообще, пиздец, это важно. Так. Режиссеру немножко времени, так. Говорится, а он все как делает. Он поймет, у нас хороший режиссер. Так. Молодой, так. Молодой, очень талантливый. Ага. Ага. То есть, и потом уже, как говорится, ага. Сработаемся все вместе и все сделать. Подробности смотрите в следующем выпуске. Белградская арена не простаивает ни секунды. Но даже когда на Белград спускаются сумерки, и снаружи начинает твориться нечто невообразимое. Смотрите в следующей программе «Настоящий угар» на русской вечеринке. И не забывайте, финал Евровидения мы смотрим 24 мая в 23:00. В ток-шоу смотрим вместе на MTV. Это Юрий Пашков, специально из Белграда, Сербия, Евровидение 2008. Пока!